Волшебное дерево Александра Бранка. Воронкова. Все-таки. В интернете, если что, вы есть, да? Да, Александр Воронкова. Там, правда, их миллион. Ну, все-таки. Это у вас, как это называется, вяленое или какое? Да, валяние. Валяние шерсти. Ну, в дереве, в принципе, здесь все. Не только валяние. Да, там еще ткань проклеена. Проклеенная ткань, да, как в декупаже, это я вижу уже. А вы художница, да? Нет, я художница, вот это моя мама. Картина. А, понятно.